Я такая древняя, так рано встаю. Я просыпаюсь 6:30, я уже встаю. В основном на работе мы проверяем пленку. Склеиваем, подклеиваем. В общем, занимаемся ремонтом фильмокопии. Ну, еще у нас проходят экскурсии, детей привозят. Ну, если маленькая группа, естественно, показываем мастер-класс. Я пришла в августе, 25 августа 1985 года. Помню, пришла, и самое первое впечатление, это, во-первых, специфический был запах пленки. Второе самое такое сильное впечатление – это люди. Чувствовалось одно целостное. Сразу как-то вот все меня окружили вот этой вот, вот работой, обучением. И чувствовалось, что вот как-то все идут вот в одном направлении, как-то дружно. В 79-м году пришла. Нас обучали прямо в цехе. Мастер нам тут преподавал. Клеили мы вообще ацетоном. Защищали эмульсию, глянец. Специальные пресса у нас были. Накладывали, ацетоном промазали. А потом, когда я ушла в декретный отпуск в 80-м году, и когда я пришла, ацетоном вообще не клеили, а вот просто липкой лентой. Такая радость была, что не надо вот это вот защищать. В коллективе чувствовалось, что все вот занимаются одним делом. В душе мне, конечно, вот остался старый цех. Почему-то мне там было уютнее. Ну, видимо, потому что он и оборудован был как цех. Это уже как бы небольшая переделка. Сама, наверное, атмосфера вот эта вот рабочая. Вот северное отделение. У них фильма до такой степени изнашивалось, потому что отправляли на север, и там фильмы ходили по 10 месяцев. Просто лоскутки приходили, вот кусочки, кусочки. И там не успевали просто собрать, и фон путем не проверялся. И мы оставались, вечеровали, помогали им фильмы проверять. Нам за это 10 рублей давали. Нужно в четверг-пятницу очень много фильмов проверить. Мы старались, чтобы фильмы без проверки не шли. Я сделала на память всем девчонкам такой вот коллаж. Назвала его фильмы «Полосаты, как наша жизнь». Кино невозможно не любить. Потому самой, наверное, было наградой, когда придешь вечером на сеанс, а там полный зал. Мне нравились те моменты, когда праздники начинались. 7 ноября, да, вот. У нас даже одна фильм-проверщица была. День он начинался с парикмахерской. И вы знаете, она придет всегда с причесочкой. И всегда мы одевали почему-то платье. Мы приходили нарядные. Это было до 2000-х. Направление изменилось, страна. Ну, это было везде. Ну, конечно, по культуре это тоже очень больно все ударило. Культуре, по кино. Вот наш бывший директор Александр Васильевич Мухин. Он вообще приходил в августе, день кино же 27-го. Он приходил, всегда говорил, ну все, мы еще год живем. Я отстоял. И мы такие все радостные были, что да, опять нас отстояли. Это было самое больное, когда у нас было первое сокращение людей. Я помню, даже мне как-то было страшно. Это все было новое, потому что никогда до этого людей не сокращали. И что вдруг люди стали не нужны. Кипело все, кипело. А сейчас, ну вот проверяем вот это вот монотонно, спешить нам некуда. Вот сюда люди приходят и говорят, а как оказывается, это здорово посидеть в кинозале и слышать, как работает аппарат. И они говорят, и пускай даже там пробежит какая-то по экрану, там, ну, полосочка. Я чувствую, что я еще нужна. Пленка живет, наверное, и мы нужны. Я хочу сказать, что вот оно то время было такое. И тех, которых людей я видела, как они болели за свою работу. Я ни о чем не жалею. Может быть, чуть-чуть.